Этим летом в Ульяновске запланирован ремонт 20 участков тепломагистралей во всех районах города. Уже завершены работы на улицах Маяковского, Стасова, Врача Михайлова и проезде Инженерный. Общая протяженность отремонтированных участков более 2 километров. Сейчас ремонт идет в Засвияжском районе Ульяновска. Масштабные работы проводятся в первую очередь в тех местах, где обнаружены дефекты. Мы готовим к отопительному сезону источники генерации и тепловые сети. По объектам генерации все работы в разгаре. Производим работы по ремонту турбин основного оборудования, котельного оборудования. На тепловых сетях тоже в этом году погода благоволила, и мы начали работы чуть раньше, чем в прежние годы. К концу июля специалисты ульяновского филиала ПАО «Т-Плюс» планируют закончить технологию, а к концу лета – благоустройство на Камышинской. Последний вопрос сейчас на согласовании с администрацией. Ход работ также проинспектировал глава города Ульяновска Александр Балдакин. Мониторинг продолжается, я говорю, в еженедельном режиме выезжаем на объекты, смотрим, проверяем, проводим совещания, где необходима помощь, узнаем, значит, у организаций, которые проводят работу, там, получение ордера, других каких-то согласований. Мы со своей стороны оказываем всяческую помощь и поддержку. Обновление тепломагистрали продолжается на улицах Промышленная и Севастопольская. Предусмотрели специалисты по ОТО-плюс и временное водоснабжение клиентов во время реконструкции. Жители обеспечиваются водой в полном объеме, без ограничения. То есть для этого компании предпринимаются дополнительные мероприятия в виде монтажа временных трубопроводов, резервных перемычек. То есть собираем схему таким образом, чтобы все потребители были с горячей водой. Всего при подготовке к отопительному сезону 2023-2024 будет переложено более 10 километров трубопроводов, а также выполнены необходимые работы на станциях и других энергообъектах. На эти цели ульяновский филиал ПАО «Т-Плюс» направит более 1 миллиарда рублей. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Управда ТВ.